Участник банды, убивший в Дагестане офицера полиции Магомеда Нурбагандова, записал обращение из колонии Челябинска. В нем осужденный раскаивается и рассказывает, как он стал членом запрещенной террористической организации. Конечно, раскаиваемся, наверное, не то, что раскаиваемся. Я сейчас много, сейчас думаю, даже в камерах сижу. Вот так задумывался, начинаю. Ну, глупость, молодость, можно сказать. Просто от того, что не общался со старшими, можно сказать. Что боялся с ними, ну, такие вещи обсуждать. Ну, я считаю, что это неправильно. Ну, даже молодые, да, кто вообще. Им надо просто объяснять эти моменты. Обсуждать, потому что в данный момент, ну, всякие заблуждения как бы очень сильно распространены во всем мире. Надо, тем более с лиги связанные вещи много очень. Надо эти вещи заранее объяснять, не надо бояться как бы, ну, даже своим детям как бы доводить, что вот так, если в ту сторону, не надо в одну сторону смотреть как бы. С кем, ну, естественно, надо смотреть, с кем их дети как бы общаются. Азиз Джамалудинов – уроженец села Улубиаул Карабдахкенского района. В 2017 году он был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима за содействие террористам. Годом ранее молодой человек стал приверженцем идеи радикального течения в исламе. Оказывал помощь членам диверсионно-террористической группы «Махачкалинская». Также был в рядах запрещенного сообщества «Вилаят Дагестан». Знал, что есть такие моменты, хотя раньше сам осуждал, ну, слышал террористы, но они убивают людей и тому подобное. Просто я сам как очутился там, как бы, сам даже в конце не понял. Вы мусульмане, да? Он призывал, получается, вас к джихаду, войне с неверными, да? А вот эти сотрудники, они же дагестанцы, они же мусульмане. Как ты считаешь, как это нормально? Ну, я просто, опять же, я никогда эти вещи, ну, тогда еще... Точнее, тогда еще подробности-то не лез. Я просто смотрел поверхность, то, что они говорят мне, как бы старше. Ну, у меня самого-то что, опыта в жизни никакого нету. Я сам жил в селе, вырос в селе и работал как бы по Дагестану, да, по соседним республикам ехал, ездил. Азиз Джамалудина участвовал в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Хранил и передавал членам незаконных вооруженных формирований огнестрельное оружие и боеприпасы.